В общем, всем привет. Да, это Егорик. Я обещал. Я делал опрос в сообществе. Вы все практически, ну примерно 68% из 50 тысяч проголосовавших выбрали за то, чтобы мы делали реакцию на Егорика. Я посмотрю на вашу активность. Если этот видос наберет 1070 просмотров за день, ну минимум 50 тысяч, и я увижу вашу отдачу в лайках, то я обещаю, я буду делать всегда реакции на Егора теперь. Вот, если что, все вижу по активу, вот только по активу. Если людям это интересно, они будут смотреть. И по лайкам, то есть вы понимаете. Я жду от вас отдачу, вы от меня ждете тупые шутки. Мы сделали гигантский скейт, но давайте по порядку. Всю... первый раз смотрю Егорика, реально первый раз. Проделанную работу можно поделить на 4 этапа. Чертеж, постройка, доставка и съемка. На 12-метровом, мать... Да ладно, погодь! Я сейчас только начал понимать. Скейтборд? Его скейт! И если что, все реакции выходят сразу же в течение часа, как только выходит оригинал. Поняли? Поэтому можете либо со мной посмотреть вместе, либо подождать. Ну, типа, либо посмотреть оригинал, а потом нас. Чертеж. Вся структура скейта должна состоять из толстого металлического каркаса. Пипец, вот он делает, да? Чтобы вся банда влезла, ничего не тряслось и чтобы выглядело уверенно. Интересно. Оси, на которых будут колеса, причем толстые колеса. У меня слов нет. Егорик такую тему делает. Ну, толстые колеса подходящие под наш размер, только у Формулы 1. И они стоят очень много. Скрепим два колеса тренологом. То, что нужно. Точно. Нужно. Так лучше. 9 дней подряд, с 8 утра до 12 ночи, просто огромнейшее количество амбиций и энтузиазма, и постоянные звуки типа... Нормально. Молодцы. Черт, мы с пацанами тут много ссорились, злились, орали друг на друга, потому что это было очень тяжело. Мы очень сильно устали. 8 дней это очень много. Он стоит. 8 дней. Можете себе представить? Что можно делать 8 дней? Можно есть, лежать, спать. А мы не лежали. Мы вот. Мы просыпались, шли сюда, слышали звук. Нееее, вот это лесопилки постоянно. Офигеть, это, вот. Они просто 8 дней тарахтели. Да, напрягало реально. Вот. Я представляю, как это трудно, я представляю. То, что она стоит, гигантский скейт. Короче, нам осталось его выкатить, поехать на какое-нибудь поле и покататься. Но есть одна проблема. Нам нужно закатить 1,5 тонны веса в грузовик. Это сделать непросто. Я надеюсь, он просто не поломается. Если он сейчас поломается, вот это будет прикол. Вот это будет не прикол, вот здесь вот я заплачу. Ну что, будем выкатывать? Сейчас, ну погнали. Пипец. Офигеть. Мне что-то не нравится, когда я поднимаю руку, у меня хромакея хуже становится, да? Да, надо будет поменять чуть-чуть его местами. Это, если что, вы колокольчики врубайте. Вот именно ты сейчас смотришь видос? Ты смотришь. Поэтому давай это, включай колокольчик. Потому что вот некоторые спрашивают, когда ты выкладываешь ролики? Вот, ребят, запомните. Если все-таки ты не включаешь колокольчик, то просто знай, то что в течение часа выйдет сразу у меня видос, как у Егорика вышел, или как у Влада А4, или Эдисона, и тому подобное. Понял. И сегодня стрим 19:00 по Майнкрафту. Это очень напряженный момент. Очень напряженный это, момент. Это жесть. Офигеть! Вы просто представьте, что это за работа. Лайк. Что? Как? Какая? Оу! У нас получилось, ребят. Это было очень напряженно и страшно, потому что вдруг что-то сломается или упадет. Но все получилось. Так, погоди. Давай я сразу мотну. Здесь пока ехать.
Чего? Найдите Егору. Да ладно! Короче, да, выезжая из ангара со скейтом, водитель грузовика случайно врезался в BMW. Нам пришлось ждать, ну, где-то часа два. Только потом мы разобрались и нас отпустили. Но самое главное, что скейт не пострадал. Самое главное, что скейт... Хрен с машиной. Нет, хотя да, хрен с ней. Так, все, приехал? Да. Его перевести безошибочно, без каких-либо последствий, ну, почти. Мы перетащили его, вон там гора, будем на нем кататься, но для начала нужно сорвать пленочку. Ну что, блин, пацаны, готовы? Стрёмно. Не слезай. Давай, на счет раз, два, три. Офигеть! Это просто офигенно! Ты просто, вот вы видите? Ты видишь? Я тоже вижу. Я не слепой. Вижу! Это пипец! Это такое... Ну, главное, от Renault Logan взяли крутые колеса. Так, ну покажите, где вы уже катаетесь. Чего вы там? Давай, запрыгнем, я запрыгнем. Давай. Да ладно! И мы его выкатываем. Что нам нельзя, это охраняемая зона. Поэтому прикольно, он реально ездит. Я думал, он не поедет. Офигеть, я на гигантском скейте, представляете? Жесть. Чуваки, вот это потом. Блин, вот с горы вы посмотрите, как скатываешься. Только не с такой прям жесткой горы, а какой-нибудь полегче. Это я толкаю. Где вот немного. У нас получилось. Мы доставили его без проблем. И все, вот мы на гигантском. Это жесть. В общем, пока мы привязываем наш скейт к машине, посмотрите. У меня просто слов кататься нет. На скейте. Вот такие дела. Кататься на скейте. Катаемся на скейте. На скейте. Больше всего я рад, что у нас получилось его сюда привезти. Потому что по этому поводу были огромные вопросики. Но если бы мы прихерачили моторчик... Не знаю, каких размеров должен быть моторчик. Он должен быть как БелАЗ. Катится. Ты понимаешь, что мы это сделали? Да, за 8 дней. Едем. Ребята, офигеть. Они сделали огромный скейт. Вы представьте это. Еще такого никто вроде не делал. Ставьте лайк этому видео. Это получилось охренеть как масштабно. Ребят, спасибо, что смотрите. Мы, блин, делали это так долго. Если бы знали, как это было тяжело. Я, в принципе, никогда не строил. Не пилил. Мамикс, ты зверь просто. Я не представляю, как можно это все пилить, строить нон-стопом. Но нам понравилось, это было романтично. Мы с пацанами сидели. Романтично? Сидели в этом ангаре, строили. Это было романтично. С утра до вечера. Надеюсь, вы оцените это по достоинству. Если вам понравится это видео, то мы снимем с этим скейтом еще куча охрененных видосов. Например, свидание на огромном скейте. Да, столик с девушкой, там вот так сидишь при свечах ночью на скейте. Круто. Например, скинем его на гигантский батут или сбросим его со скалы. В общем, все зависит от вас. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, это важно. Вот, увижу подачи, вот честно. Если понравится, давайте лайки ставьте, чтобы я снимал дальше. Предупреждаю. Не хотим, чтобы наш канал рос и качество подписался. Контента... Подписался, я подписан уже давно. И вы тоже на наш с вами YouTube канал подписывайтесь. А стримы ежедневно в 19:00. И еще у нас телеграм-канал есть. Там очень угарные видосы, некоторые которых на YouTube нет. Улучшалось и тоже росло. Так, я верю в вас. Давай я мотну, где он это. На скейте. Это было круто. Я больше всего рад, что у нас получилось. Конечно, у нас были проблемы с полем. Оказывается, это все частная территория. У нас могли бы быть огромные проблемы. Но слава богу, мы уладили все, и все классно. Осталось только дождаться вашего лайка под этим видео. Я вот не понимаю, либо у него здесь эти, либо у него здесь бородка такая, либо это все родинки. Ой, не родинки, а как это называется? Ну вот у меня тоже немного есть они. Как они называются? Вот просто из-за света не видно, а так они у меня присутствуют. Ну вот здесь вот.
точки, как они? Не помню. Окей. Кто настоящий скейтер? Кто умеет делать уалли? Я! Ты умеешь? Давай, пока. Твой звездный шанс. Давай. На ходу ты прикинь. Смотрите, ну нужно, чтобы ты приземлился. Если ты не приземлишься, то ты лох. Ну, как бы, извини. Давай. Тебя не получится. Мне так говорили, когда мы строили скейт. У вас не получится. Ну, здесь даже не за 8 дней. Здесь, ну, где-то месяца 12, блядь. Он сказал, блин. Повторяю, трюки, выполненные профессионалами. Не пытайтесь повторить. Трюки выполнены профессионалами. Особенно Егорику. Что мы делаем? Мы должны сейчас, знаете что, проверить устойчивость его. Мы должны позвать всех ребят, что у нас есть. У нас еще есть Яна, есть Влад. Мы должны всех поставить на этот борт и проехаться какое-то расстояние. Выдержит или нет? Ну, сейчас узнаем. Давай. Один Егорик тащит скейт. Один Егорик. К сожалению, все наши наклейки накрылись, они все попорвались от ветра, поэтому нужно просто их, наверное, отодрать. Лайк, нет, вот лайк оставь. Вот лайк я, ну, два лайка. Заслужу. И... Давай нажму цену лайк. Ой, еще есть лайк, пацаны. А ты нажал? Я надеюсь, они не будут мусорить. Лайк. Блин. Давай. Мне кажется, кнопку подписаться нужно просто... Не, вот, не... Почему так жестоко? Появилась классная идея. Я сейчас... А я ведь уже подписан, Егорик. Всех своих друзей потянул в своем горбу. Вот сейчас прям вот так вот возьму скид. Я знаю, Вань, да. Давай, давай, ой, как некрасиво, Егор. Но я все-таки попробую. Ой, как некрасиво, Егор. Быстрей. Нет, это он не катит, это я и тяну. Машина! Ладно, он гигантский! Идея вот такая! Давай, пошло! Держитесь! Егорик, не хватит сил, не пытайся! Это смешно! О, да ладно! Давай разогоним! Да ладно, реально что ли? Ну круто, круто, согласись, круто выглядит, круто. Ну-ка. Я просто боюсь, что мне за вот эту вот музыку могут это... Ну, вы поняли. Видос заблокировать. Возможно, Егорику можно это делать с этой музыкой, а мне это нельзя. Это круто. Так очень тяжело. Короче, Егор, я предлагаю тебе перегонки. Какие перегонки? Я вот на этой доске, а ты вот на этой. Чё? Ну что, готовы? Да. Раз, два, три! Давай! Он устал, он устал! Я быстрее! Вот ты! 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 Вот стараются, а. Быстро! Мы едем на верную смерть. Этот огромный скейт. Я верю в вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы погнали. Нет, ну... снимать новое видео. Короче, ребята, мне очень заинтриговал видос Егорика. Не то чтобы я в офиге. Я не ожидал, что он такой аж контент делает, чтобы тут вот прям, ну это реально рекорд Гиннесса, никто так еще не делал. Я могу сказать вам только одно. Если будет активность, если поставите на уведомление, подпишитесь на канал, поставите лайкосы, если я увижу здесь минимум 7 тысяч лайков и где-нибудь 50 тысяч просмотров за день, вот за сегодня, вот тогда обещаю, я буду теперь делать это. Поэтому зовите друзей, чтобы смотрели и так далее, если вам интересно. Поэтому спасибо огромное за то, что досмотрели до этого момента. Стримы ежедневно в 19:00 по Москве, мы играем в Майн. И до новых видео. Да.